Ну, просто я живу со своей мамой или со своим отцом. Есть два варианта только. Есть комната свободная. 700 тысяч у нас будет. 700 тысяч? А, нет. У нас будет 50 тысяч примерно. Нет, почему? Если... Если мама еще возьмет работу, то будет больше. Ну, я об этом и говорю. Если она возьмет 49 тысяч. 50 тысяч. 70 тысяч, ну это огромная сумма, но мы будем делить это на всех нас. Я, в принципе, не жадный вообще до денег. Я еще на картинах зарабатываю иногда. Я продаю картины, я же художник. Мне вообще говорят люди из Москвы, из Петербурга, из Европы, что я стану великим художником. Вот именно, говорит паренек. А глаза, а словами детенка говорят истина, говорит истина. Со мной весело, кстати, да? Естественно весело. Естественно весело, повторяет паренек. Со мной весело, а почему? Ну потому что ты какие-то разные игры придумываешь. Разные игры придумываю. Да, картины рисую. Картины рисую, да. Да. Я, короче, очень рад с вами дружить. Я готов каждый день с вами дружить. Я очень счастлив. Я сейчас очень счастлив. Это гораздо лучше, чем дома сидеть, знаешь, вот. Сидишь дома за компом там, да, там нечего, ничего интересного. Мне не интересно, я асексуал. Мне не интересно вот ничего сексуального, ничего. Да, и вот мне тоже, даже полчаса поиграть в мир танков, для меня это уже огромное время, и мне так скучно становится. Спасибо вам огромное. Я вообще в игры пока не переиграю. Если все игры закончатся, я не устанавливаю новые. Да я тоже не устанавливаю. Но мне посоветовали, кстати, вот когда мы гуляли, установить Half-Life 2 и все... части этого... Этого... Как он? Сталкер. Сталкер. Давай еще обнимемся. Обними меня, как отца. Спасибо тебе огромное. Просто моей маме сейчас не с кем быть. Блин, я так счастлив. Я почувствовал себя отцом. Вот ты как мой ребенок. Я бы, знаешь, обучил тебя рисованию, игре на музыкальных инструментах. Все, что ты захочешь. Я не умею. Вот ты о чем мечтаешь? Я больше хочу стать этим футболистом. Футболистом? Да. Я бы купил тебе самый лучший мяч и самое лучшее бы поле. А мне надо просто мяч. Тебе просто мяч? Да. Я куплю тебе мяч с зарплаты. У меня 15-го зарплаты, я куплю тебе мяч. Мне и перчатки надо. А, и перчатки еще? Да, я играю на футбол. О, кто там бежит? Бежит будущий военный. Эй, военный будущий. Ты молодец. Как ты сюда забежал? Ну, тут легко просто бежать в здание. А ты не залезешь наверх? Наверное, не. Ну вот он, будущий военный. Не может залезть наверх. А как он будет воевать? Не, он по лестнице может. Так по лестнице нету. Там только вот это вот есть. А ты, кстати, осторожнее. Я тебе руку подам. Ты осторожнее лезь. Так а мне дюха помогает. А, тебе дюха поможет, да. А вон он как будто помогает залезть. А, нет, это просто воду взял. Я